В основном зоны, где люди выбрасывают мусор, в городе видное, выглядят вот так. Сама зона, в принципе, существует, и она даже огорожена, но нету верхнего навеса, который бы защищал от снега и дождя. Здесь стоит ужасный запах, потому что сами баки не накрыты крышками, и все это происходит непосредственно рядом с домами. И мухи, и собаки тут лазят, и даже есть люди, которые ковыряются в этих помойках. Поэтому, ну, конечно, состояние ужасное. Вот эти баки стоят, им уже, наверное, лет 150. Вот. Неужели нельзя заменить на нормальные такие баки, знаете, вот с крышками такие, цивилизованные? И все время почему-то, я не знаю, не убирают, не чистят, не приведут в порядок. Вот хотя бы вот асфальт бы положили здесь. Нормальный, там, крышу, чтобы не заливало. У нас хорошая ситуация. Баки новые. Значит, мусор вот этот бытовой, строительный, вывозят ежедневно. Вот. Все подметается. Вот. Ну, в общем, я не могу пожаловаться, и соседи мои тоже. Скажите, это какой адрес? Где это такая хорошая обстановка? Дом, улица Заводская, дом 24 и дом 14 ПЛК. Наши мусорки стоят рядом. Ну что, давайте проедем по этому адресу и посмотрим, что такое цивилизованная зона для сбора мусора, которой так довольны горожане. Как вы видите, данная зона для сбора отходов действительно соответствует нормам. Есть крыша, баки закрываются, чисто, даже существует отдельный отсек для сбора крупногабаритного мусора. А с 1 января 2017 года по всей Московской области законом будет регламентирован сортированный сбор мусора. Юлия Погосян, Владимир Бежонов, Видное ТВ.